Всем привет! Канал Море, Музыка, Туризм на яхтенной выставке в Петербурге, открывшийся сегодня 3 сентября. Радостно, что хоть какие-то мероприятия не закрываются, работают. Посмотрим, что здесь есть. Ну, здесь есть, конечно же, яхты. Много. Елена, здравствуйте! Рада, да. Много встреч, много знакомых, но вот мое внимание привлекла совсем небольшая вещь, но она мне показалась крайне интересной. Вот это складной водный велосипед. Пойду сейчас встречусь с его создателем, и он расскажет побольше о нем. Ну вот водный велосипед вблизи, и его создатель, да? Да. Создатель Игорь расскажет нам побольше о нем. Игорь, пожалуйста, ваше слово. То есть в двух словах, то идея появилась примерно 3 года назад. Ага. 3 года назад, и примерно столько же времени ушло на разработку. Вот, то есть финал разработки сейчас вы видите здесь. Это черная пантера. Черная пантера, отлично. Вот. Идея заключалась в том, чтобы иметь водное транспортное средство, помещающееся в чемодан. Чемодан должен был быть чемодан. Длиной 1 метр, высотой 40, шириной 40 сантиметров. И весом в идеале уложиться в 30 килограмм. Но пока что это не очень получается. У нас с хорошими баллонами из материала AirDeck он весит 36 килограмм. С баллонами ПВХ весит 28,5. Угу. Вот. Время сборки 15 минут. То есть неподготовленным человеком. Если так постараться, то можно ложиться в 7-8 минут. Принцип действия. Педальные... Сидим и крутим педали. А, вот это. Вот. Все стало понятно сразу. Ну и я уже знаю, что у него есть стоимость. Стоимость порядка 250 тысяч. Возможно, кто-то скажет дорого. Да, может мы быть. Мы находимся рубль в рубль с моими условными конкурентами из Италии и Бразилии. То есть в России нету? В России альтернативы пока нет. Шикарно. Ну, хорошо. И вы в Петербурге? Мы в Петербурге. А как вас найти? Меня можно найти либо через мой сайт. А сайт какой? a-bark.com. Барк? A-bark. A-bark. К русская на конце? Да. Угу. Наоборот, читать краб. А, краб. Логотип. А это называется краб? Ну, вообще катамаран to go. Хорошо. Либо через компанию Unicorn Marine, которая является дистрибьюторами моими. Все, отлично, спасибо. Спасибо, успехов вам. Спасибо вам большое. Вот. Удалось увидеть водный велосипед в действии, в движении, так сказать, в родной стихии, на воде. Будет полноценное видео. Ничего так быстро бегает. Угу. Ну что же, неплохо, даже здорово.